Выбираем сфер Brush, нажимаем левой кнопкой мыши в поверхности во viewport и перемещаем курсор. Параметр Size в подменю сфер Brush задает размер кисти. Можно изменять клавиатуры при помощи стрелок справа от поля или зажатой правой кнопкой мыши перемещать курсор влево или вправо. Параметр Height Shading применяется для рисования по плоским изображениям. Нажимаем двойным нажатием на текстуру. Появляется окно с UV-разверткой. Если при включенном параметре Height Shading рисовать по поверхности геометрии, то будет результат такой же, как вот обычный Hard Brush кисти. Ctrl-Z для отмены. Если рисовать по плоскому изображению, в частности в UV-развертке, то получаемая линия будет объемной без параметра Height Shading. Рисуется такая же линия, как если рисовать по поверхности. Ctrl-Z для отмены. Параметр Flatness делает рисуемую линию более плоской. Параметр Specular добавляет блик. При значении specular 0 засветов не будет. То есть затенение будет плавным.